первом этапе кастинга всем желающим было необходимо опубликовать в социальной сети видео продолжительностью в 1 минуту с исполнением любой песни. Во втором этапе отобранным претенденткам приходится проходить ряд проверок, результаты которых публикуются на официальном YouTube-канале музыкального лейбла Malfa. В новой серии кастинга участницы столкнулись с тяжелым испытанием – проверка на детекторе лжи. Под пристальным взором блогера Николая Соболева и специалистов девушки ответили на провокационные вопросы, которые помогли раскрыть все их секреты. Из наиболее популярных вопросов можно выделить следующий: был ли у вас секс за деньги, пользовались ли услугами пластического хирурга и участвуете ли ради денег и популярности. 18-летняя Чехирева Кристина рассказала, что позже, возможно, готова увеличить грудь, а также мечтает поставить виниры. 23-летняя Иваница Кая Шорикова Диана призналась, что ее обеспечивает молодой человек, поэтому стать частью группы она хочет вовсе не ради денег. «Не скажу, что я полноценный артист, но у меня уже есть некий бэкграунд. У меня есть все», — запнувшись, заявила девушка, из чего специалист сделал вывод, что она и сама сомневается в сказанном. Также Диана призналась, что пользовалась услугами пластического хирурга. «У меня было 2 пластические операции. Во 2-м классе мне сделали операцию на уши, было 1 лопоухое ушко. А 2-я была год назад, у меня было сильное искривление переносицы, мне сказали, что я начала храпеть. 3 года назад хотела сделать себе липосакцию», — рассказала девушка. К слову, Ольга Серябкина подчеркнула в своем посте в Инстаграм, что музыкальный лейбл не расстается с певицами из нынешнего состава группы. «В моей жизни не хочу подсчитывать, сколько раз, уже были ситуации, когда кто-то покидал серебро, уходил насовсем от любви и дружбы. Всегда у меня были разные состояния и чувства. Но то, что происходит сейчас, реально подается моему пониманию с огромным трудом. Слишком двоякое ощущение». Нынешний состав Оли, Кати, Тани прекращает свое существование в феврале 2019 года. «Я делаю акцент на слове «состав», потому что серебро не заканчивается. Хочу сказать сразу, мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат «Три единства», но не уходим из музыки», — писала артистка.